Первое мое обращение было в сентябре месяце. Перед тем, как обращался в иную компанию за помощью в получении. И подготовка... Первый раз получал визу и, в принципе, не знал, как этот весь процесс проходит. Подготовка была по конкретным каким-то вопросам, даже немного заучивал, что, наверное, не требовалось. И в конце концов в визе был отказан. В дальнейшем, после компании, обратился в виза-офис, и тут уже была совершенно другая подготовка. В принципе, по вопросам, единственное, что выделил моменты по своей поездке определенные, зачем она мне нужна. В принципе, дальше занимался только своими делами. Расслабленно, спокойно, уверенно пришел в посольство, объяснил цель поездки, объяснил, почему она мне важна. И затем была административная проверка, несколько дней. Проверяли по поводу работы, возможно. Ну, тут конкретно ничего сказать не могу. И в конце концов виза была выдана. Непосредственно у меня по моей работе конференция, которая действительно важна, и я хотел посетить. Вот. И с помощью, скажем, благодаря Visa Office я все-таки смог достичь этой цели, получить визу, и вот сейчас поеду на конференцию.